За 4 года проведения конкурса в нем приняли участие около 600 человек, более 200 преподавателей и концертмейстеров. Аналогов такому масштабному и профессиональному конкурсу для начинающих исполнителей на ударных инструментах нет, как в нашей стране, так и за рубежом. Благодаря участию в конкурсе многим юным музыкантам открылись двери в большой и увлекательный мир музыки. Всем участникам успехов в данном мероприятии, всем преподавателям желаю порадоваться за своих воспитанников. На протяжении 5 дней конкурсанты будут демонстрировать свой талант, а компетентное жюри выявит лучших. В этом году в состав жюри вошли граждане США, Голландии, Франции и, конечно же, России. Организаторы конкурса понимают, что система обучения игры на различных музыкальных инструментах, в частности ударных, в странах Западной Европы и США значительно отличается от системы образования в России. Поэтому очень важно показать иностранным участникам уникальность российской методики обучения, а для отечественной школы подчерпнуть все самое лучшее и передовое от зарубежных исполнителей. Когда мы понимали, что к нам все больше и больше приезжают участников, и в том числе из зарубежья, уже было понятно, что пора выходить на другой уровень. Тем более, как выяснилось, что парад ударных инструментов, вообще конкурс ударных инструментов именно для этой возрастной категории практически вообще не проводится ни в мире, ни в Европе, ни в России. Один из участников торжественного открытия, учащийся Московского музыкального кадетского корпуса Дмитрий Вольнов, игрой на ударных инструментах, а именно барабане, занимается уже 5 лет. Но в конкурсе их коллектив участвует впервые. Во время своего выступления ребята выложились на все 100, ведь стать призером в этом конкурсе почетно. В открытии международного конкурса «Парад ударных инструментов» приняла участие первый заместитель главы Ленинского района Елена Добрина. Она поздравила всех присутствующих с 70-летием Великой Победы и произнесла слова напутствия участникам. Я надеюсь, что сегодня много будет хорошего, доброго, интересного. Сегодня зажгутся новые звезды и покажутся новые таланты. Мы рассчитываем, что сегодня все те, кто примет участие, получит только положительные эмоции. Те, кто специально пришел на парад ударных инструментов, и те, которые не могли пройти мимо этого красивого действа, остались под впечатлением настоящего парада, парада музыки. Мне очень нравится, у меня сынишка тоже участвует. Просто вообще потрясающе. Ребята играют слаженно, настроены хорошо. Мне очень нравится и яркие костюмы, и то, как ребята играют, прям море впечатлений. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.